В этом примере показано, как настроить режим вождения Perso в меню Multisense. В этом режиме можно настраивать все параметры, исходя из личных предпочтений. Коснитесь режима вождения Perso. В контекстном меню можно перейти к настройкам активного режима. Важно! На этой странице может находиться информация, к которой невозможно перейти, проведя по экрану сверху вниз или наоборот.